Вот удивительные вещи. Значит, мы, каждый из нас, больше, чем он или она себе кажется. Мы больше, чем мы есть. Мы – это части большого целого, части Вселенной. И вот удивительные вещи происходят. Я сейчас читаю книгу Клода Леви-Стросса про первобытное мышление, и он здесь в начале книги размышляет над мыслями Руссо, французского философа. И я получаю письмо на свой имейл от нашей зрительницы. Она рассказывает свою историю драматическую. И в конце мне задает вопрос про родственные души. Что я об этом думаю? Есть ли, существует ли такой феномен, как родственные души? Как это созвучно тому, о чем я читаю? Во-первых, я хочу вас, дорогие зрители, призвать, пишите мне на e-mail и свои исповеди, свои истории и задавайте вопросы. Я всем отвечу по e-mail. И второе, вот тема родственных душ. Вот давайте поразмышляем вместе с Руссо и Клодом Леви-Строссом, Жан-Жаком Руссо и Клодом Леви-Строссом, на тему родственных душ. Леви-Стросс видит в мыслях Руссо определение того, что такое антрополог, чем является антрополог, и в исповеди видит заповедь антрополога, в исповеди Руссо. И вот что пишет Руссо. «И вот они, — писал он о своих современниках, — мне чужие, незнакомые, никто, наконец, раз они этого хотели. А я, что такое я сам, оторванный от них и от всего? Вот что мне остается еще решить. Для того, чтобы человек снова увидел свой собственный образ, отраженный в других людях, это и составляет единственную задачу антропологии при изучении человека. Ему необходимо сначала отрешиться от своего собственного представления о самом себе. Итак, родственная душа, как она зарождается? Отрешаясь от представлений о самой себе. Родственность с другими начинается с неродственности к себе. Руссо выразительно говорит о себе в третьем лице. Он, именно Руссо, автор известного изречения «Я есть другой». Антропологи делают то же самое, прежде чем показать, что другие люди – это люди, подобные им самим, или иными словами, другой есть я. Пожалуйста. Я есть другой – это есть, что основа родственности, родственной души, когда в другом мы видим себя. Дальше. Руссо говорит о способности, важной способности для человека – это сострадание.
вытекающий из отождествления себя с другими. Вот оно, сострадание, эмпатия. Не родственным, не близким, не соотечественником, а просто с любым человеком, поскольку тот является человеком, более того, с любым живым существом, поскольку оно живое. Вот родственная душа – это душа, которая способна отождествляться с другой душой. Первоначально не родственной, не близкой, не соотечественником даже. С любым человеком, да. И даже животным. Вот я знаю людей, которые очень любят животных, и они чувствуют в них родственную душу. Вот они отождествляются с этими животными, с собачками, с кошками и с другими животными. Первобытный человек интуитивно чувствовал себя тождественным со всеми другими людьми. В дальнейшем он никогда не забывал свой первоначальный опыт, даже тогда, когда рост населения заставлял его уходить в новые места, приспосабливаться к новому образу жизни, когда в нем пробуждалась его индивидуальность. Вот. То есть родственное чувство – это первобытное чувство. Родственная душа – это вот то самое первобытное исходное чувство, которое столь редко сейчас встречается по той причине, что мы очень далеки от природы оказались, да? И вот цивилизация наша, общество, социум убили это родственное чувство, родственность душ. Признать, что люди – животные существа, чувствующие. Вот родственная душа – это признание, что мы – чувствующие души. Это способность чувствовать. Бесчувствие, бесчувственность, равнодушие, безразличие – это то, что убивает душу нашу и нашу связь со всем, со себе подобными и с вообще со всем живым, со всем живущим. Мысль Руссо развивается по двум принципам. Принципу отождествления себя с другим, и даже с наиболее далеким другим, включая и представителей животного мира, и принципу отказа от отождествления со своим «я», то есть отказа от всего того, что может это «я» сделать достойным. Эти два положения дополняют одно другое, и второе является даже исходным для первого. Я не есть я, но я есть самый слабый и самый скромный из других. В этом подлинное откровение и исповеди. То есть я, когда мы можем говорить о родственности душ, когда наша душа не принадлежит нам, а принадлежит другому человеку. Моя душа не во мне, а в другом. Когда я вижу свою душу в другом человеке. И я к ней стремлюсь. Вот. И другой для меня более значим, чем я сам для себя. Вот моя душа переселилась, она подселилась уже к другому, да? Вот. И тогда я становлюсь самым, ну, Руссо пишет, самым слабым и самым скромным. По сравнению с другим, да, и то же самое другой, то есть мы как бы поменялись душами своими, и отсюда влечение, потому что каждый
стремится к своей душе в другом теле. И люди ощущают эту родственную связь, духовное родство. Освобождение от антагонизма. Да, вся философия – это действительно антагонизм. Но мы знаем, да, философские споры насчет духа и материи сознание и бытия, основ философии и так далее. И здесь снимается антагонизм. Я и другой освобождаются от этого антагонизма, они становятся одним целым. Это возвращенное единство. Вот родственная душа – это как раз и возвращенное единство, когда вы ощущаете, что целостность, а не раздробленность, не раздвоенность. Вы не разные, вы одно. Вот что такое родственная душа. Дальше. И вот интересная мысль. Ибо если верно, что природа изгнала человека, и что общество продолжает угнетать его, то человек может, по крайней мере, переменить полюса дилеммы и искать общение с природой, чтобы там размышлять о природе общества. Как мне кажется, в этом и состоит основная идея общественного договора, писем о ботанике и прогулок одинокого мечтателя. Но именно теперь для всех нас, на опыте ощутивших предостережение, сделанное Руссо своим читателям, ужас тех несчастных, которые будут жить после тебя, мысль Руссо получила свое наивысшее развитие и достигла всей своей полноты. Угнетаемые обществом, мы угнетаемы обществом, поэтому мы, ведь это что, разделенность общества, да? Это в этом и есть, и что люди не видят в другом себя, они не сочувствуют, не сопереживают, не проявляют эмпатии, не сливаются ни с кем, не переживают то, что чувствуют другие. Вот, и таким образом, что общество начинает подавлять человека. Подавление человека. Вот. А что, это отрыв от нашей природы уже. Поэтому мы так себя некомфортно чувствуем среди людей зачастую. Потому что это противоречит нашей природе. Природа-то наша, что это слияние со всем миром. Это отождествление себя со всеми животными, с растениями и так далее, друг с другом. Только Руссо смог восстать против этого эгоцентризма. Он пишет в цитированном выше примечании к рассуждению о неравенстве, что больших обезьян Африки и Азии, известных нам по неумелым описаниям путешественников, он скорее предпочитает отнести к людям неизвестной нам расы, чем рисковать отказать в человеческой природе существам, которые, возможно, ею обладают. И первая ошибка была бы менее серьезной, чем вторая, потому что уважение к другим возникает непроизвольно в человеке еще до того, как будут приведены
В действие расчет и софистика. Доказательство присущей человеку отзывчивости Руссо находит во врожденном отвращении к виду страдания себе подобного. И это открытие заставляет его видеть в каждом страждущем существе существо, подобное себе и наделенное, следовательно, неотъемлемым правом на сострадание. Вот, кстати говоря, я тут задумался, я тут вот о чем подумал. Может быть, действительно, люди, которые как бы испытывают комплекс жертвы, они взывают, к чему они взывают? К состраданию. И пробуждают, что цель-то какая? Пробудить в людях вот эту вот ту самую родственность. Найти родственную душу для себя. Может быть, это такой способ поиска родственной души. Если тебе сострадают, сочувствуют, значит, это родственная душа. То есть человек, который способен с тобой отождествиться. Может быть, вот здесь очень сильна вот эта потребность в близости, в духовной близости, в духовном родстве. Может быть, даже из-за этого люди и как бы бессознательно стремятся разрушить то, что у них есть, некое достигнутое благополучие, уровень комфорта, упорядоченную жизнь и ради вот этой вот родственной души готовы поступить невыгодным для себя образом, отказаться от достигнутого благосостояния, благополучия, которое лишает их вот этого сострадания. Вот отсутствие необходимости сострадать заставляет человека страдать. Может быть, так. И он невольно разрушает то, что есть у него, ради того, чтобы обрести то самое страждущее существо, которое, благодаря которому вот душа расцветет, и душа как бы проклюнется, оживет и почувствует себя востребованной и как бы вызванной к жизни, воскрешенной, что ли. И вот это неотъемлемое право на сострадание, неотъемлемое право, да, на сострадание и к себе самому, потому что комфорт, цивилизация и неродственность нас разотождествляют самими собой. И вот я люблю этот пример, вы знаете уже, те, кто смотрит мои ролики, статья одна про депрессию вот в местной прессе. Женщина благополучная, заместитель директора крупной фирмы, машина, квартира, деньги, поездки, путешествия, все есть. Можно, казалось бы, позавидовать ей. А жить не хочется. А жить-то ей не хочется. Вот она сидит на антидепрессантах, но тянет эту лямку. Поэтому вот здесь это сострадание ради жизни, ради возвращения к вот этому единству, родственности, родственной души с кем-то. Прекрасно. Прекрасно. Дальше.
Потому что единственный залог того, что в один прекрасный день другие люди не обойдутся с нами как с животными, состоит в том, что все люди, и прежде всего мы сами, сумеют осознать себя как страждущие существа, воспитать в себе способность к состраданию, которая в природе заменяет законы нравственности и добродетель, и без которой, как мы теперь понимаем, в обществе не может быть ни закона, ни нравственности, ни добродетели. Это после Второй мировой войны написана книга. Действительно, сострадание, вот чего нам сейчас не хватает. И к этому, это и есть путь к родственности. К родственности души и, соответственно, к безопасности. Мы же ни один человек не может чувствовать себя в безопасности, пока мы ощущаем других как чужих. Вот политики этим занимаются, чужой, да, образ врага формируется. И никакой безопасности люди не ощущают себя чужой как свой, вот когда все свои. Когда мы сострадаем и понимаем боль другого человека. Вот это и есть основа нравственности, сострадания. И закона в том числе, и справедливости. Почему общество такое несправедливое? Потому что люди не сострадают другим. Я испытываю ужасное отвращение к государствам, которые господствуют над другими, пишет Руссо в своем четвертом письме к Мальзербу. Я ненавижу великих, я ненавижу их государства. Я испытываю неизъяснимые восторги, взлеты, растворяясь, так сказать, в системе живых существ, отождествляясь со всей природой. А вот этот случай описывается, когда Руссо упал в обморок. И это мгновение имело огромное значение в его жизни. Он вспоминает его на склоне лет, пишет о нем в своем последнем сочинении. К нему возвращается в мыслях во время одиноких прогулок. Что же это было? Он попросту пришел в себя после падения, вызвавшего глубокий обморок. Но ощущение того, что ты жив, есть, без сомнения, самое драгоценное чувство из всех, потому что оно так редко и так неопределенно. Мне казалось, что я наполняю своим легким существованием все воспринимаемые мной предметы. У меня не было никакого отчетливого ощущения своей личности. Я чувствовал во всем своем существе дивное спокойствие, и всякий раз, как вспоминаю о нем, не могу подыскать ничего равного ему среди всех изведанных мной наслаждений. С этим знаменитым отрывком из второй прогулки перекликается отрывок из седьмой прогулки.